в этом видео. И мы ждем, пока у меня загрузится Бравл Старс. Один. Один такой, и он будет, если он вообще будет. Стоп, 6 предметов. 7! 7 предметов! Всем привет, дорогие подписчики. С вами снова я, Полосатик. И мы ждем, пока у меня загрузится Бравл Старс. На этом уже уходит минута вроде бы как. А, нет, не уходит. Просто, что это было за лицо? Короче, ребят, да я сейчас скажу кое-что своим подписчикам. Видите, у меня уже почти 5000. Еще немножечко осталось, и мегаящик будет разблокирован. И Полосатик ТВ сказал, что я буду его открывать. Я так не говорил. Ты говорил, так что все, мы брат и сестра. Это так, действительно. Это реально, мы брат и сестра, родные. Сестренка ты. Сестренка. Вот, он сказал, что я его открою. Давайте играть. Я выберу бойца, подождите-ка. Кого бы мне выбрать? Бери того, за кого хорошо играешь. Время у нас ограничено, не забывай. Да, ну да, короче, окей. Я и дубль у нас один только. Что? Ну я услышал звук розы. О. Так, обожаю. Знаете, я что-то похож на крысу какую-то, не на коалу. Нет, действительно, я опять интернет, блин. Мы должны хотя бы занять топ-2. Да. Вот, у нас по 3. Ой, там Эрпинг. Пипец. Сидите молча, Эрпинг, пожалуйста. Так, можно, пожалуйста, меня не трогать? А, против Джина никак. Вот. Да, уйти. Ползайте, справляйтесь. Просто 58, 58, как? Как ты выжил с 58 силой? Я просто профисикел. Профессионал. Все, я берем коалу нашу. Спасателя коала. Просто кого я бью? Объясните, пожалуйста. Ты воздух бьешь. Да я знаю, я обожаю воздух бить. Ой! А там, что там произошло? Все, давай, справляйся без меня. Мы должны занять хотя бы топ 2. Хотя бы. Ой, там Джин. Джинни. Два, один, все, я возвращаюсь. Вот почему-то я люблю вот эти фильмы. Пойдем. У нас осталось две команды. Вот он. Сейчас мы его нахреначим. Сори за слова, конечно, но когда я играю в Бравлик, я привыкла так разговаривать. Выражаться нецензурный. А! Короче, просто у Джина 76. Просто мы молодцы. А точнее ты. Вас сейчас зарежут, как вы поняли. Все. Просто вас не зарезали. Крыса вас не зарезала. Крыса не зарезала крысу. Топ-1! Плюс 9 кубочков. И Полозарик ТВ не хочет играть со мной снова. Ты что? Короче. 5000, ребята! Можно я открою боксик? Подождите! Ребята! Я очень долго копил. И это окончание 4-го сезона. Ребята, а это у меня будет 1-й сезон. И сегодня я открою 2 сундучка. Один. Один такой и один такой. Биби! Просто как? Ура! Господи. И 3 гема. Спасибо, Суперселл. Короче, я Биби. Открываю. Биби. Давайте пожелаем мне удачи. Нет, нет, нет. Ребят, смотрите на эту красотищу. Только вчера выпал Фрэнк и сегодня Биби. Господи, как ты это делаешь? Просто я ютубер, а ты нет. Полосатик ТВ, подскажи, кого мне выбрать. Ладно. Какой мне выбрать? Открывайте. Подождите. Все, я открываю Полосатик ТВ мегаящик.
Я тоже хочу себе 5000 кубков, и тогда полосатик ТД откроет мне мой мегаящик. Вообще, куда он будет, если он вообще будет? Стоп, 6 предметов. 7 предметов! Просто какая везучая. Ребята, это легендарка. А, стоп, Б. Подождите, Б. Подождите. И ПМ. П! Как? Просто, полосатик ТВ хотел себе просто. Еще 6 гемов. Он хотел себе, знаете что, ПМ. Господи, как ты это делаешь? А-а-а. Вот, сейчас зайди на мой профиль, зайди. Просто, ребята, как он это делает? Ему выпало 4 бойца подряд. Просто, где эти? Бойцы зайди. Просто 27 из 33. У него там всего. Спасибо, ребята, за просмотр. Следующий выпуск я не знаю, когда будет. Это просто счастливое число у меня. Ребята, сейчас AirPink будет открывать свои сундуки. Ребята, всем спасибо за просмотр. Следующий выпуск не знаю, когда. Спасибо всем за просмотр. Всем до скорых встреч. И удачи.